Завершился окружной фестиваль Ямальской книги. Символично, что финал мероприятия прошел во Всемирный день поэзии. Этот праздник появился в календаре 20 лет назад. Торжественное закрытие фестиваля состоялось в Дворце культуры «Нефтяник». Программа началась с литературного флешмоба. Артисты на сцене и зрители в зале поочередно читали фрагменты произведений ямальских авторов: Нилы Лычак, Надежды Солендер, Валерия Воробьева, Альберта Акатетта и других. В концертную программу вошли композиции губ авторов. Их исполнили солисты и коллективы централизованной клубной системы. На церемонии закрытия окружного фестиваля Ямальской книги к участникам обратилась заместитель главы администрации города по социальным вопросам Маргарита Черешнева. Вспоминается вот еще одно высказывание китайского мудреца, который сказал: «Лучше зажечь одну маленькую свечу, чем клясть тьму». И я вот считаю, что фестиваль Ямальской книги – это такая свеча, пламя которой притягивает, во-первых, профессиональное сообщество, во-вторых, наверное, широкую общественность для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, подумать, как же вернуть книгу в каждый дом, как сделать так, чтобы наши ребята снова полюбили читать.